Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Посмотрите, какое чудо природы! Деревья обнялись друг с другом, и возле них ребенок. Ну, это я ж, конечно, сама придумала так, что это их ребенок. А вот посмотрите, как обнялись деревья ветками. Обнялись как бы ручками, по-украински притулились одне до одного. Посмотрите, ну надо ж, вот такое вот, смотрите, природа, какую создает красоту. Вот. Оплелись, обнялись, прижались друг к другу и растут два дерева вместе. Вот, посмотрите, и дальше. Обнялись веточками, прижались. Какое природа нам дает чудо. И вот маленький возле них растет. Ну что, разве это не чудо природы? Я считаю, что чудо природы. Природа сама регулирует, видите, как? Вот, обнялись, обнялись, и далеко там еще обнялись веточками. И растут два дерева. И третье маленькое возле них. Вот такое чудо природы хотела вам показать. Случайно сидела в машине и увидела. И натолкнула меня мысль. Обнялись парочка. До свидания. Всего вам хорошего. С вами была украинская полячка.